лауреат международных конкурсов, обладатель приза зрительских симпатий, группа Вадима Зорина, Алые Маки. Встречайте!
на джазовом фестивале. Композитор, пианист, аранжировщик Вадим Зорин. А теперь вы поете. Пусть бегу неуклюже по лужам, а вода а там огромче и неясно. Вот другое дело, почему. Можете, когда захотите, мое, а я на у прохожих. Молодцы, не сожалею. Только раз в году еще разок сошедшая, ты весть моя.
женщина, вся ты словно в оковы закована. Драгоценная ты, моя женщина. Спасибо огромное, друзья. Спасибо большое. Спасибо. Ну, хотели бы мы узнать, но мы уверены, что есть. У нас в зале дамы по имени Наташки. Есть, да? Это здорово, это здорово. Ну, Наташки, конечно, поют громче всех. Остальные тоже не сочкуют, кто будет петь. Мы никуда не спешим, будем петь после концерта. Наташки забивают. Поехали! Бархатный сезон, в дымке сентября,
Он прошел, как сон, растревожен зря. Там и 25, ну а мне за 40. Как судьбу начать, как судьбу начать? С кем идти под гору? То любовь была в жизни все отрада, вот и все дела. У меня семья. Это суть финала. Аплодисменты нашей красивой паре. Разве я встречал суета одна? Снилась по ночам двадцать, ну а мне за 40. Как судьбу начать, как судьбу начать? С кем идти под гору? То любовь была в жизни все отрада, вот и все дела. Ну не плачь, не надо. Немного за ошибку мою прости.
Отпусти меня. Отпусти. Я прошу, у тебя так немного. За ошибку мою прости. Отпусти меня. Спасибо, друзья. Спасибо. Все будет для вас. Ни минуты. Ни секунды покоя.
Да другое дело. Не могу без тебя. Не могу без тебя. Что же это такое? Не мет... Не иначе любовь. Да, переходим к песне, которую мужчина каждую песню просит, да, перед каждой песней. Да, эту песню, конечно, вы все хорошо знаете, но я хочу сказать несколько слов, да, что вот год назад годовщина была 18 ноября, не стало замечательного человека, замечательного артиста, голоса «Синей птицы», человека, с кем мы постоянно ездили на гастроли. Кто-то ходил в Кремле, кто-то в Олимпийский, да, когда было ВИА, по 12 коллективов, легенда ВИА. Да, не стало замечательного человека-артиста Сергея Дроздова, это... Голоса «Синей птицы» замечательного артиста. И вот в память давайте вместе споем визитную карточку этой группы. Готовы? Да. Поехали. Ни к чему тебе за тобой.
будет лёжу ты. Желтые, скажите, что вам снится.
что вам снится, что вам снится.
Спасибо, спасибо за...